В Ветхом Завете, в книге Иова, мы находим такие слова. «Спроси скота, и научит тебя, у птицы небесной, и возвестит тебе. И скажут тебе рыбы морские». Кто во всем этом не узнает, что рука Господа сотворила сие? В Его руке душа всего живущего. Вечным эхом звучат слова Писания и в пустынях, и в горах, и на обширных равнинах. Ибо в совершенстве форм, гармонии и удивительной сложности поведения, присущих царству животных, виден неизгладимый отпечаток руки Творца. Приглядимся же внимательней к нашим соседям по планете, каждому из которых принадлежит особая роль в вечном круговороте жизни. И они поведают нам истину о заботливом участии Создателя в жизни творений. Более миллиона видов живых организмов населяют Землю. Из них около 70% – животные. Их численность и разнообразие поражают воображение. К примеру, во влажных лесах Центральной Америки на небольшом участке обитают до 2000 видов млекопитающих, птиц, рептилий и насекомых. Среди кораллов Большого барьерного рифа нашли приют миллионы причудливых морских существ, представителей свыше 1700 видов. Даже в одной капле морской воды кроется целый зоопарк. Посмотрев в микроскоп, мы обнаружим множество диковинных животных, населяющих мир, размером в половину самой мелкой монеты. При огромном разнообразии и изысканности живых форм всех их объединяет одно. Все они, независимо от вида и места обитания, созданы Богом. Каждый вид наделен особыми инстинктами и физическими возможностями, обеспечивающими выживание в суровых условиях окружающего мира.
Если бы такие добродетели, как настойчивость и целеустремленность, могли воплотиться в живом существе, таким существом бесспорно казался бы и тихоокеанский лосось. Пять видов этой великолепной рыбы – чавыча, нерка, кижуч, горбуша и кита – пересекают водные просторы от Северной Калифорнии до берегов Аляски. Взрослые особи весят от 1 до 50 килограмм. Весь цикл их жизни представляет собой необычайно захватывающую драму. Вдали от моря, на речном мелководье, мириады икринок дают начало новому поколению тихоокеанского лосося. Выклевавшиеся мальки некоторое время остаются под защитой своих каменных и песчаных гнезд, получая питание из большого желточного мешка на брюшке. Пройдет несколько недель, и они сами начнут добывать пищу в реке. За год особи вырастают, достигая в длину 10-12 сантиметров. Наделенные способностью жить как в пресной, так и в соленой воде, молодые лососи скоро покинут место, где родились. Весенним вечером, под покровом сумерек, тысячи рыб устремляются вниз по течению. Путешествие в быстрых водах продлится не один день, а, возможно, и не одну неделю. И хотя многие погибнут в пути, большинство достигнет цели и выйдет в Тихий океан. Как только организм адаптируется к жизни в соленой воде, начинается новый, самый загадочный период в жизни лосося. В считанные дни эти рыбы исчезают в океанских просторах, где проводят от 1 до 4 лет в зависимости от вида. Большими стаями они плывут на север вдоль побережья Аляски, затем сворачивают в открытое море. Описав дугу и покрыв при этом половину расстояния до японских островов, лососи возвращаются назад. По пути миллионы особей попадают в сети рыболовных судов и в зубы многочисленных хищников. Но те, кто уцелел, продолжают расти, достигая зрелости и готовясь к последней части своего странствия – возвращению домой. Миграция лососей из океана назад, к месту их появления на свет, результат действия неумолимого инстинкта. Взрослые рыбы, совсем не похожие на тех мальков, что покинули эти воды много месяцев назад, так поглощены борьбой с течением, что за все время пути ничего не едят. Никакие препятствия не могут их остановить. Мощный хвост и торпедовидное тело позволяют лососям запрыгивать на водопады высотой до 3 метров. Добраться или погибнуть – третьего не дано, а гибель подстерегает повсюду. Выживший продолжает нелегкий путь, порой в 1000 километров и более, минуя сотни притоков, ручьев и стремнин.
Наконец, на том же самом мелководье, где они сами увидели свет, лососи останавливаются, чтобы отложить и оплодотворить икру. Обеспечив продолжение рода, выполнив свою миссию, они вскоре погибают. Жизненный цикл лосося поистине уникален. Десятилетиями ученые бились над загадкой, как удается рыбе, покинувшей море, безошибочно отыскать дорогу к месту нереста. Последнее открытие связывает это явление с феноменальным обонянием лососей. Мы в лаборатории Вашингтонского университета. В отделы мозга взрослой ЧВЧ, контролирующие органы обоняния, под наркозом вживляют электроды. В эксперименте используются пробы воды из родной реки, а также из нескольких окрестных притоков. Известно, что в природе воды каждой реки и ручья имеют свою визитную карточку, свой неповторимый химический состав. Иногда отличия существенны, однако во многих случаях состав воды в соседних реках практически одинаков. Но только не для лосося. Вначале ноздри рыбы поливают водой из ручья, расположенного в километре от места ее рождения. Мозг едва реагирует. Вода из другого недальнего водоема, реакция та же. Теперь смотрите внимательно. Это вода из родной реки. В результате подобных опытов установлено, что лосось воспринимает запах вещества при удельной концентрации раствора 1 к миллиарду. Этого достаточно, чтобы почувствовать ложку соли, растворенную в 18 объемах Олимпийского бассейна. Способность лосося по запаху находить дорогу домой, пожалуй, с наибольшей силой проявилась на рыболовецкой ферме Прери Крик в местечке Орик на севере Калифорнии. Здесь был случайно обнаружен факт беспрецедентной миграции рыб. Утром 2 декабря 1964 года в одном из пяти бассейнов фермы среди сотен мальков появился двухлетний самец кижуча. Присмотревшись, работники Прери Крик увидели на спинном плавнике нежданного гостя отличительную метку своей фермы. Ею помечали только особей, выращенных в этом бассейне и выпущенных в море годом раньше. Отброшенная решетка сточного короба наводила на мысль о неправдоподобном, но слишком очевидном объяснении загадки. Стремясь в родные воды, рыба преодолела немыслимый лабиринт труб в дренажной системе фермы. Исключая мистификацию, это было единственное логическое объяснение странного факта. Но при взгляде на тот путь, которым шла рыба, логика отступала. Как все лососи, выпущенные из фермы Прери Крик, наш путешественник в положенный срок покинул Тихий океан и проник в устье реки Редву Крик. Вместе с однолетками, дожившими до брачного возраста, этот лосось плыл 5 километров до того места, где Прери Крик впадает в Редву Крик. Здесь он выбрал путь на север, распознав запах родных вод. Еще через 2,5 километра у слияния реки Прери Крик и Лост Мэнни Крик ему пришлось сделать более трудный выбор. Обоняние рыбы уловило два знакомых запаха.
Год назад молодого лосося выпустили в реку Lost Man Creek недалеко от фермы. Но теперь вместо того, чтобы повернуться к началу своего пути, он продолжает двигаться на север. Причина такого необычного поведения находится в 100 метрах к востоку у шоссейной дороги. Родниковая вода из бассейна с мальками по системе стоков тонкой струйкой текла в трубу, проложенную под дорогой. Обычно эта вода просачивалась в почву, не достигая реки. Однако в тот год из-за обильных осадков образовался ручей, который и принес непреклонному самцу сигнал из родного бассейна. Знакомый запах повлек рыбу из реки в ручеек глубиной всего 20 сантиметров. Затем через густые заросли к отверстию трубы. Цель была уже близка, но трудности только начинались. Пройдя трубу, рыба попала в этот ливневый коллектор. При последнем отблеске дневного света был совершен прыжок в эту трубу диаметром 30 сантиметров. Затем уже в полной темноте лосось проплыл под автомобильной стоянкой фермы, направляясь прямо к своей цели. Но путь вел в тупик. Под мостками дренажного лотка, всего в 3 метрах от родного бассейна, была бетонная западня. Однако, влекомый родным запахом родниковой воды, которая лилась теперь со всех сторон, изможденный путник решил не сдаваться. В поисках выхода он наткнулся на отверстие сточной трубы диаметром всего 10 сантиметров. Протиснувшись в нее и с трудом продвинувшись вперед, он снова остановился. Труба перед ним изгибалась вверх на 90 градусов. Собрав последние силы и остатки решимости, рыба преодолела изгиб и снова, казалось бы, неодолимое препятствие. Последний метровый участок трубы был накрыт решеткой весом в 3,5 килограмма, почти в 5 раз больше, чем весил сам лосось. То памятное декабрьское утро, когда потрепанный самец плавал в бассейне с мальками, сомнения и вопросы по поводу его путешествия висели в воздухе плотным туманом. Наконец решили поднять деревянные мостки, накрывавшие дренажный лоток, и тогда логические доводы сменились удивлением и восхищением. В лотке оказались еще 72 кижуча, и на каждом была метка фермы. Все они проделали тот же тяжкий путь, что и наш упорный сородич. Всего один последний прыжок отделял их от водоема, в котором они родились.
По определению, процесс питания состоит в том, чтобы добыть пищу, поместить ее в рот, прожевать и проглотить. Вряд ли какое-то другое действие у животных совершается более обыденно и нередко более изощренно. Ибо Бог дал живым организмам богатое разнообразие возможностей, идеально приспособленных к потребностям и условиям среды. Это водорез, обитатель болот и прибрежных топей. Нижняя половина его клюва больше, чем верхняя. Эта уникальная особенность позволяет птице с легкостью вылавливать мелкую рыбу. Фраза «перекусить на лету» для нее не метафора, а повседневная реальность. Обитатели отдаленных пещер пустыни в поисках пищи прибегают к высокой технологии. В сумерках колония летучих мышей, единственных млекопитающих летунов, поднимается в небо. В густых сумерках или в абсолютной темноте, наполненной шорохом крыльев миллионов сородичей, они за ночь находят и поедают более 200 тонн насекомых. Известно, что эти искусные ночные охотники ориентируются с помощью сложной системы ультразвуковой навигации. Эхо от издаваемых ими высокочастотных звуков воспринимается с такой быстротой и точностью, что летучая мышь может мгновенно оценить размеры, структуру, удаление и относительную скорость любого объекта. Эта система столь совершенна, что некоторые виды способны различать рябь на воде от упавшего листа и волны от плеснувшей рыбы. Иногда мудрость Создателя проявляется как в особом строении тела животного, так и в его инстинктах. Калан может задерживать дыхание на несколько минут и нырять на глубину до 60 метров в поисках крабов, морских ежей и моллюсков. Отыскав ракушку, находчивый зверек использует камень как молоток до тех пор, пока крепко приросшая раковина не отделится от скалы. На поверхности калан меняет инструмент. Теперь уже камень служит в качестве наковальни, и можно полакомиться, даже тарелка под рукой. Однако наряду с этими эффектными уловками животные обладают качествами, не столь заметными, но абсолютно необходимыми для выживания. Как невелико искушение, как не близка и доступна добыча, эта жаба проявляет удивительную сдержанность, хотя, казалось бы, еда так и лезет в рот. Такое равнодушие к добыче не случайно. Эти неуклюжие кузнечики обладают своеобразной защитой. Они страшно горькие на вкус. Вероятно, в прошлом жаба имела неосторожность проглотить одного из них. Теперь ей помогает сразу два свойства, данных творцом.
хорошая память и инстинктивное чувство отвращения. Кто дал бы мне крылья, как у голубя, я улетел бы и успокоился бы. Эти слова из Псалма Давида передают вечную человеческую мечту, которая жила в сердцах людей на протяжении всей истории. Парить, как птица, освободившись от пут земли, быть независимым и свободным. И однако попытки взлететь от легендарного Икара, чьи восковые крылья растаяли на солнце, до вполне реальных и порой весьма печальных опытов, долго не удавались. Свободный полет оставался мечтой. Даже такие несомненные удачи, как перелет через Ла-Манш на педальной тяге, и парящий дельтаплан были бы невозможны без применения техники. Само по себе человеческое тело просто не приспособлено для полета. Однако в царстве соколов, чаек и воробьев физиология и умение летать неразрывно связаны. Птица – шедевр инженерной мысли, идеальная летающая машина. Это гениальное творение Господа получило все необходимые свойства для жизни в воздухе. Она имеет огромные грудные мышцы, приводящие в действие крылья. У некоторых птиц их вес составляет 30% от общего веса тела. Между тем, скелет у птиц необычайно легок. Например, у этого пеликана, с размахов крыльев свыше 1,5 метра, кости весят всего 140 граммов. Однако они достаточно прочны и гибки, чтобы выдержать беспрерывное напряжение маневренного полета. Добавьте к этому эффективные системы пищеварения и дыхания, крупное и мощное сердце, оперение, которое придает птице обтекаемую форму, согревает и обеспечивает подъемную силу на крыльях и хвосте, и вам станет понятно, почему для Соломона был непостижим путь орла в небе. Существует различная техника и, соответственно, различные виды птичьего полета. При машущем полете крылья энергично движутся вниз и вверх, что создает большую подъемную силу и тягу. Как правило, чем больше размеры птицы, тем медленнее взмахи крыльев. В противоположность орлу, колибри совершает до 80 взмахов в секунду, демонстрируя уникальное среди животных многообразие возможностей полета. Крохотная птичка может зависать на месте, а также двигаться в любом направлении.
вперед, назад или в стороны, в зависимости от цели. Ее жесткие крылышки движутся особым образом, описывая восьмерку. Они приводятся в движение благодаря очень сильным мышцам и гибкому плечевому составу. Хвост птицы служит рулем, меняющим направление полета. Неудивительно, что колибри тратит огромное количество энергии, и чтобы восполнить ее, должна ежедневно поглощать количество пищи, вдвое превышающее собственный вес. Планирующий и парящий полет не требует больших затрат энергии. Но и здесь хорошо видны элементы особого аэродинамического строения птицы. Этот глупыш парит на восходящих потоках, отраженных от скал, и его крылья прекрасно справляются с порывами ветра. Цапля же, расправив свои огромные крылья, плавно снижается, приближаясь к гнезду. Длинные маховые перья, расположенные на концах крыльев, точно регулируют скорость и направление полета. Аналогичное строение позволяет кондору часами парить на восходящих теплых потоках. Большой размер крыльев дает возможность без усилий планировать, снижаясь в долину за добычей. Но при всей красоте и величественности парящих в небе птиц, пожалуй, ярче всего Божий дар полета и самой жизни запечатлен на тонких, как бумага, крылышках этого необычного насекомого. Августовским утром на севере штата Мичиган появляется на свет бабочка Данаиды. На первый взгляд не верится, что это новорожденное насекомое сможет когда-нибудь совершить перелет через весь континент. Но вот кровь заструилась по венам, и крылья бабочки начинают расправляться и твердеть. Чтобы приводить их в движение, предусмотрены сильные мышцы, расположенные в грудном отделе. Данаида – одна из самых распространенных бабочек Северной Америки. На территории США и Канады она интенсивно размножается весной и летом. Известность ей принесли ее необычайные взаимоотношения с молочаем. Несмотря на то, что листья этого растения ядовиты, именно на них самка Данаиды откладывает яйца. Вылупившись, личинки начинают быстро расти, поедая листья и цветы молочая. При этом они в большом количестве поглощают токсичные вещества. К счастью для гусениц, они обладают иммунитетом, который вместе с ядом унаследует бабочка. Пройдет несколько недель, и Данаида раскроет свои оранжевые с черным крылья, и весь птичий мир получит четкий сигнал. «Не тронь меня!» Я ядовитая.
наступлением осени, умолочая, созревают семена, и союз бабочки с растением прерывается. Настала пора существенных изменений и в организме бабочки. Брачное поведение и кладка яиц прекращаются, гормональные процессы подготавливают насекомое к необычайно долгой жизни. Это поколение данаид проживает 8 месяцев, почти в 6 раз дольше, чем те, что родились раньше в течение года. Такая долгая жизнь абсолютно необходима, так как у данаид есть только один способ пережить суровую северную зиму – переместиться в более теплый климат. Из всех случаев миграции в природе, перелет данаид на зимовку – явление наиболее удивительное. Это путешествие имеет два конечных пункта. Популяция данаид, обитающая к западу от скалистых гор, направляется к Калифорнийскому побережью. Те, что жили к востоку, устремляются в Мексику. Стартовав далеко на севере, в Канаде, эти отличные летуны преодолевают в сутки более 80 километров. Равномерно продвигаясь вперед, они парят в потоках теплого воздуха, который поднимает их на высоту около 1000 метров. Основная часть восточной популяции достигает берега Мексиканского залива к концу октября или началу ноября. Некоторые останутся зимовать здесь, остальным же предстоит еще долгий путь на юг. Ученые уже давно изучают пути миграции данаид. Точно установлено, что многие бабочки, покинув территорию Соединенных Штатов, отклоняются к юго-западу, предпочитая лететь над сушей. Но возникали догадки о возможности более короткого и более трудного перелета над водами Мексиканского залива. В октябре 1991 года группа добровольцев под руководством биолога Герри Росса начала регулярные наблюдения на буровых установках в северной части залива с целью обнаружить признаки миграции. На этой морской платформе доктор Росс впервые увидел и зафиксировал факт, который предвидел. В течение 3 недель после того, как прошел холодный фронт, данаиды с наступлением сумерек спускались на буровую платформу. Возможно, привлеченные огнями, бабочки прерывали свой самый длинный беспосадочный перелет. Здесь, среди труб, канатов и тяжелых машин, они устраивались на ночной отдых. В те же дни появление данаид было зафиксировано еще на 20 платформах, расположенных в окрестных водах. На рассвете бабочки расправляли крылья и улетали так же внезапно, как появлялись накануне. Им предстояло пролететь еще более 600 километров над заливом, отделяющим их от Мексиканского берега.
Долгое время конечный этап миграции Данаид оставался тайной. Более того, до 1975 года, не считая фермеров и лесорубов, работающих на склонах вулканических гор, мало кто видел этих бабочек за пределами Соединенных Штатов. Но однажды, январским утром, в этом глухом лесу, в 120 километрах от Мехико, было сделано открытие, поведавшее миру об удивительном явлении, которому нет равных в природе. В тени леса, на высоте 3000 метров над уровнем моря, скопились миллионы данаид, большая часть восточной популяции. Доктор Фредерик Эрхард, много лет посвятивший поискам этого зимовья, писал: «Невероятное, великолепное зрелище. Здесь бабочки кружатся в воздухе, как осенние листья». Сенсационное открытие вскоре породило множество новых вопросов о необычайных насекомых. Сколько их? Почему они выбрали именно это место? Есть ли другие колонии? Дальнейшие исследования прольют свет на многие тайны. Начиная с 1975 года, на участке размером 50 на 110 километров было обнаружено 30 различных колоний данаид. Очевидно, микроклимат глухого леса лучше всего обеспечивает выживание примерно 100 миллионов бабочек, прилетающих сюда ежегодно. Как у всех бабочек, организм данаиды не вырабатывает тепло. Чтобы прогреть грудные мышцы и взлететь, бабочка расправляет крылья и ловит солнечные лучи. Ясным утром насекомые покидают деревья и ненамного удаляются от колонии в поисках воды и нектара. Они активны весь день до тех пор, пока вечерняя прохлада не заставит их вернуться на ветви елок. Образуя большие скопления, бабочки тем самым оберегают себя от низких температур, а также от мышей и прочих наземных хищников, которыми изобилует лес. Упавшая с дерева бабочка начинает инстинктивно подрагивать крыльями, стараясь поймать солнечный луч, чтобы прогреться и суметь взлететь обратно на безопасную высоту. Здесь они будут висеть, не двигаясь, всю ночь, а если нужно, несколько дней подряд, пока не кончится ненастье, и воздух снова не прогреется, и тогда небо вновь наполнится мельканием их великолепных крыльев. Они преодолели путь в 1000 километров, стремясь туда, где никогда не были. Их направляет непостижимая для человека сила, которая обеспечивает выживание вида. И все же чудо, наблюдаемое в лесной глуши центральной Мексики, не последнее. Пройдут недели, наступит весна, расцветет молочай, и бабочки покинут зимовье, чтобы спариваться и откладывать яйца.
Эти данаиды скоро умрут и уже не вернутся к зимовьям. Но пройдет несколько месяцев, и их потомство и последующие поколения начнут постепенно продвигаться к северу, следуя за цветением молочая, проходя короткий жизненный цикл. А потом, с первыми осенними холодами, четвертое или пятое поколение потомков также отправится, повинуя замыслу Создателя, в беспримерное путешествие к тем же деревьям, что давали приют их предкам многие сотни лет. Спроси у скота, и научит тебя. У птицы небесной и возвестит тебе. И скажут тебе рыбы морские. Двадцать пять веков люди изучали окружающий мир, и правота этих слов по-прежнему очевидна. Мы многому научились у живых существ, населяющих Землю, и это во многом изменило нашу жизнь. Вновь и вновь ученые и конструкторы приглядываются к животным в поисках наиболее совершенных технических решений. И чаще всего подражание природе дает великолепный результат. И все же млекопитающие насекомые, птицы и рыбы учат нас не только изобретать новую технику. В 1691 году британский натуралист Джон Рей написал классическую работу, посвященную удивительным явлениям в физиологии и поведении животных. В ней он высказал такую мысль. Огромное разнообразие живых существ, от самых малых до исполинов, есть следствие и доказательство всемогущей силы Господа. Будем же изучать создание Божье, наблюдать работу рук Его. Будем восхищаться Его бесконечной мудростью и щедростью, с которой Он творил их. Воздать должное и восславить великого архитектора жизни – на это не способно ни одно существо в мире, кроме человека. Посвятив жизнь науке, Джон Рей открыл для себя великую истину, лежащую в основе мироздания. Она состоит в том, что Бог открывает себя человеку через свое творение. Каждый день, даруя нам красоты земли, неба, морей, Он доносит до нас свой образ. И вечно это откровение так же увлекательно и многообразно, как и сама жизнь, которой Он дал начало. В непоколебимом упорстве лосося и в путешествии бабочки через континент, в умении летучей мыши находить путь в темноте. И в величественном полете птицы вечная истина открывается всякому, кто смотрит на мир
непредубежденным взором. Бог живой и реальный, творец всего мироздания. Его могущество и мудрость не знают границ. Он заботится о сотворенной им жизни и щедро отделяет ее. Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено.